Участники проекта молодежных инициатив Владивостока «Сверхновые» представили свои идеи наставникам в рамках питчинг-сессии. Молодежь предлагала разные стартапы, связанные с культурой, видеоиграми, обучением, туризмом и по другим направлениям. Проект очень любопытный. Для вас будет хорошая возможность. Вы знаете, даже не просто прикоснуться к итоговому ресурсу, а найти единомышленников, провести любопытное время. Вам осталось совсем чуть-чуть. С уверенностью и с огнем в глазах рассказать о том, что у вас есть интересный проект, маленькая мечта, а может быть вовсе не маленькая, или правильная миссия. А наше дело вас поддержать и сделать так, чтобы вот этот путь до конца декабря, как бы до вашего итогового приза, был для вас полезным и интересным. Главная цель питчинг-сессии – представить идеи наставникам и сформировать команды. По итогу тренеры будут помогать своим подопечным создавать из идеи полноценный проект. По условиям конкурса победителей в этом сезоне будет несколько. Они разделят призовой фонд в 1,5 миллиона рублей. Артем Белов, Елизавета Драгомирова, Новости на Восьмом.